Новые технологии в ПГУ. Как учат студентов и при чем тут молот Тора? Подробности далее. Today I would like to invite you to such an online trip. ПГУ «Пара английского» в лингофонном кабинете. Его открыли в прошлом году. Любовь подготовила доклад о Великобритании. История, культура, достопримечательности. Для наглядности – технологии. Запускается презентация, затем с помощью тач-панели мы переключаем, и она связана с помощью со всеми компьютерами. И если я переключаю на своем компьютере, то она переключается, соответственно, следующие слайды у всех. Хорошо, что есть такие возможности, многофункциональные, то, что мы можем в 21 веке заниматься и чувствовать себя очень продвинутыми. В кабинете перегородки из оргстекла, чтобы студенты не мешали друг другу во время просмотра учебного кино. Здесь у нас есть сборники документальных фильмов, исторических, с хорошей английской речью, что помогает нам развивать наше аудирование на слух. That produced a fortune in gold and silver for the Spanish treasury. The English looked on with envy. А это новый IT-центр «Квантум» — школа программирования. Константин рассказывает, чему научился за месяц. Я изучил основы языка программирования Assembler. Вообще Assembler используется для написания операционных систем. Также я знаю, что, допустим, офис Касперского, то есть для разработки антивирусов. Будете пробовать писать антивирус? Возможно, да. Еще здесь преподают 3D-моделирование для студентов и школьников. На компьютере, например, рисуют цветовые мечи из «Звездных войн». Я стараюсь провести занятия, связанные с кинематографом, потому что это интереснее будет как студентам, так и детям. На своих уроках я буду учить детей задавать такие модели, как молот Тора, различные взаимодействия с частицами, и сделал небольшую сцену со столкновения корабля с поверхностью. Космического корабля. Да. Внедрять новые подходы и технологии в обучение. Так в ПГУ. Университету 93 года. День рождения отметят в понедельник в 8 утра, литургия в студенческом храме. Потом в 11:00 сбор у памятника Гарри Поттеру. Будут награждения, концерт, конкурсы, посвящение первокурсников в студенты.